встречам. Начинаем концерт класса академического пения заслуженной артистки России Эльзы Алексеевны Кузнецовой. Кейсеры сегодняшнего вечера Наталья Евгеньевна Клочкова и Галина Николаевна Исакова. Прежде чем мы начнем концерт, просьба всех отключить телефоны мобильные. Они мешают. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня – лучший друг твой навсегда. Эти строки из песни Аркадия Островского на стихи Сергея Острового как нельзя лучше отражают идею нашего сегодняшнего концерта. Мы решили вспомнить песни, которые пели наши родители и их родители, которые мы сами пели, которые звучали в кинофильмах, из радиоприемников, с экранов телевизоров позже. Вот. Вспомнить тех композиторов и поэтов, которые подарили нам эту радость. Итак, 30-е годы прошлого века появляется звуковой кинематограф. А вместе с ним с экранов полились песни. В 34-м году на экран выходит первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята». В ней музыку к этой комедии написал Сапр Спиридоновецкий. И вот эти песни пела без преувеличения вся страна. Его творчество по праву вошло в золотой фонд российской культуры. И сегодняшний наш концерт мы открываем песнями Дунаевского. Причем эти фильмы, многие, он к десяткам фильмов написал музыку, многие из фильмов давно забыты, забыты их названия, а песни продолжают звучать. Итак, Исаакович Дунаевский, песня «Под луной золотой» из кинофильма «Новый дом» прозвучит в исполнении ансамбля. Под луной золотой.
кинофильма «Веселые звезды» поет Вероника Цурилова.
Немаловажным разделом в советской музыке были песни для детей. Некоторые композиторы, такие как Старокадомский, Попаденко, Иорданский, Рухвергер, просто специализировались в этой области. Песни были разные. О любви к родине, к родной природе, шутливые зарисовки. Давайте послушаем несколько произведений. Ульяна Кудряшова исполнит нам песню замечательного композитора, музыкального просветителя Дмитрия Борисовича Ковалевского «Наш край». Thank you.
любитель рыболов с Таракановского на стихи поэтессы известной детской Агнии Барто исполнит Саша Сухова.
Колматовского «Ясной ночкою». Я спросил меня, как счастлив маленький, только взглядом я.
прошедший через рабфак и поступивший в Московскую консерваторию, был Николай Павлович Буташкин. В юности он работал в паровозном депо Кузнецов, играл в народном оркестре и освоил аж два инструмента – балалайку и тобу. И став профессиональным композитором, он в основном писал для народного оркестра и его инструментов. Вот. Очень интересный факт, я вот недавно узнала, что, оказывается, он автором является моего любимого фильма «Морозко», к музыке к этому фильму. Наверное, многие его видели. Этот фильм в 65-м году получил главный приз «Золотого льва» на Венецианском фестивале, а Николай Павлович Буташкин получил главный приз как автор музыки к кинофильму. В нашем концерте прозвучит самая популярная его песня «За дальнюю околицей». Исполнит ее Соня Кулагина. Поет Маша Щепетина.
вышел фильм «Сердца четырех» со звездным составом. Валентина Серова, Людмила Целиковская, Александр Самойлов. И там прозвучала песня молодого композитора Юрия Милютина «Лирическая песенка». Ну, сейчас многие с удовольствием смотрят этот фильм, а песня звучит в исполнении самых популярных артистов наших. Поет Маргарита Володина. Thank you.
Фельдсман, автор огромного количества песен, но среди них есть одна особенная в его творчестве, впервые исполненная на радио замечательной певицей Еленой Великановой. Песня была названа в прессе тех лет мещанской и идеологически несостоятельной. Травля за эту песню, по словам самого композитора, продолжалась 13 лет. Но тем не менее песня звучала изо всех окон. Ее сегодня исполнит Соня Кулагина. Thank you.
исполнении ансамбля. Композитор Валентин Макаров на стихи Якова Шведова. «Рос на опушке рощи клен». Поровнее, смотрите, куда вы? Сюда, сюда, сюда. Я скажу, но добрый.
Толстой «Подмосковные вечера». Вас на наших следующих концертах. Всего вам доброго. До свидания.